это вот туалет для инвалидов. Я знаю, сейчас снова начнутся всякие там крики, вопли, что почему это туалет. Так вот, это вот бумажечка специально берется, вытаскивается и настилается вот сюда на унитазик. Вот так вот, все чистенько, все аккуратненько, можно садиться и делать свои дела. Все это смывается автоматически. Вот салфеточки, бумажка туалетная, беленькая, чистенькая. Так, это я все сброшу туда. Так, вот это вот тут мыло. Водичку подносишь, ручку, идет водичка. Фамилию даже говорить не надо. И вот тут вот бумажные салфетки, чтобы вытирать ручки. Вот это у кого-то ребеночек есть. Ребенка посадил, привязал, чтобы он не бегал, пока мама делает свои, как бы эти. И почему это для инвалидов? Вот специально приделаны такие штуки, чтобы удобно было сесть, подняться с кресла и пересесть. Вот эти вот поддерживающие такие штучки. Это Сэмс Клаб. Значит, не надо ругаться. Просто я хочу показать, что значит туалет для инвалида. То есть человек на коляске заехал сюда, поставил колясочку, пересел на туалетик, придерживаясь руками. Все, вопросов нет. Тут же туалетная бумага, тут же мыло жидкое. Тут же водичка, тут же салфетки, тут же ребеночек. Все. Все, до свидания.